Помните, угадая мелодию, у каждого игрока была кнопочка? Да. Помните, да? Ну вот, собственно, как? У каждого игрока у нас есть кнопочка. Она обязательно должна сработать. Вот, правильно вы сделали, вы придумали Сережу звук, да? Какой будет звук вашей кнопочки? Бип! Бип, хорошо, друзья, поаплодируйте, если звук бип. У нас есть звук уже? Бип! Смотри, бип и бип похож, то есть мы можем перепутать, да? Так, чтобы отличаться кардинально от бип. Му. Вообще кардинально прям. Хорошо, му, только громко и четко, потому что бип быстрее, значит, му, пока бип. Так, есть звук? Раз мы перешли на домашнее хозяйство, то бе. Бе. Отлично. Валентин, что будет у вас? О! Отлично, друзья, давайте поаплодируем нашим кнопочкам. Предлагаю по чуть-чуть попробовать, давайте попробуем. Бе. Му. Бе. Бе. О. О. Хороший ансамбль, давайте еще раз по очереди. Бип. Так, спокойно. Он забыл. Помню, там тяжело просто. Бе и О. Друзья, есть такое. Все песни, которые будем оглядывать во втором туре, так или иначе, мы слушали с экранов телевизора. То есть это может быть реалити-шоу, это может быть телесериал. В общем, все, что было по телевизору. Вы готовы? Кто? Да, ну правило понятно, да. Чья кнопочка первая сработала, собственно, тот и отвечает. Готовы? Отвечает один или вместе? А вы можете вместе отвечать? Тут кнопка, понимаете, у нас кнопка, она интеллектуальная, да, да, не просто. Вот как Валентин, да. Вот просто. Я только сижу. А, все, у вас только так, я понял, хорошо. Потому что не рассчитывайте на Валентина, а он только... Нет, о, вот о, нужно говорить. Итак, друзья, первую композицию попытаемся отгадать. Поехали. А, бип, бип, да, бип. Нет, не маски шоу. Что? Я говорю, так, откуда это? Бип, так, раз, два, три. Веселая деревня, ну... Да, каламбур деревни дураков, отгадано, есть, первый балл. Защитник, помогайте мне считать, у меня с цифрами в каком споре уже тяжело. Один, но пока что ничего. Итак, давайте дальше. Somebody once told me the world is gonna blow me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb at the face. Ребята, маленькая подсказка, это мультик. Можно, в принципе, было бы отдать Валентину, но хотя бы сработала кнопка. Хотя бы попытка была, но нет. Друзья, давайте дальше. По-моему, кнопочка где сломалась, да. Поле чудес, отгадали. Так, 1-1 и прогнать еще. Мало, да. Да, что? Как передать нажимателю кнопки, что я уже знаю? Надо сделать, да, самоликвидироваться. Вот как поступил. Можно губ, нет, надо срабатывать. Кнопочка должна сработать. Му сработала, отлично. И получила заслуженный балл. Давайте дальше. Мне кажется, не сюда. Леонов из фильма. Как вы это поняли? Ку. Да, Кирдзадза. Кирдзадза. Ребят, давайте засчитаем. Засчитаем. Кирдзадза. Засчитано. Там Леонов, ну это вообще прям... Если бы не он, там этого фильма не было. Друзья, есть. Отлично. Отгадано. О, ку. Кстати, да, там ваш фильм надо. Поехали дальше. На седьмом
седьмом этаже «Восемь чудес счастья». Это телесериал «Универ» сработал. О, заработал еще один балл, друзья. Так, спокойно, спокойно. Надо нажимать или нет? Надо нажимать. Нет, там нажали. Там нажали, я рядышком стоял. Чего мы не нажимали? Это шведская кнопка. Слышите, там советская кнопка, там еще спайка другая просто. Да, там не китайская подделка, понимаете? Серьезно, сделано в СССР. Так, поехали дальше. Да. Дом 2. Друзья, я бы, конечно, поаплодируйте. Вот эти люди. Всегда задают вопрос. Кто смотрит? Вот они. Они смотрят. А нас смотрят, да? А ты нет, типа. Так, просто прохожу и слушаю. Да? Я не смотрю. Друзья, так, команда вот, с кнопочкой Б. Все в порядке? Работает. Давайте попробуем отгадать, откуда следующая композиция. Решил пересмотреть все серии. А на какой остановился? Не помнишь? Он любит про любовь. Так, Валентин, ну святой, вы же святой. Чуть-чуть осталось. Любовь — это помощная часть. Итак, давайте дальше. Так, стоп, не бей уже. Что это? Секс-тимист. Да, секс в большом городе, друзья, сериал «Отгадано». А вы, говорите, не верили. А вы не верили, надо всегда верить. У вас уже сколько правильных ответов? Три. У вас кнопка хорошая, конечно, отечественная. Итак, давайте дальше. Так. Вот. Бе-бе-бе. Сработало, наконец-то. А, не верили? Так, спокойно. Нам самое главное. Кому защиту нормал? Двоим. Здесь? Да? Засчитаем. Команде она распочинилась. Давайте поаплодируем. А то думаю, что они просто так плюшки по следующему пути. Чтобы они ничего не нагадали, а не нагадали. Итак, друзья, да, напомню, да, напоминаю, все правильно. Как работает кнопочка? О! Как кнопочка? Где? Как кнопочка? Класс. Ну тут понятно. Я забыл. Бип, да? Нельзя даже запомнить. Итак, давайте дальше. Бип, да. Давайте так громче, чтобы вы слышали. Откуда это? Композиция. Сериал «Интерны». Есть, отгадали. Подождите, а что вы дома делаете? Только телевизор смотрите. Реально, ну все знают, все смотрят. Наш дом 2. Давайте дальше. Вип, что это? Сериал «Друзья». Конечно, отличный сериал, отлично отгадали. Давайте поаплодируем. Вас. Вас уже 4, да? 5. Ой, как ты журнал. Давайте дальше. Честно, у них домашний кинотеатр. Нет, я думаю, что у них там в наше время, да, Пельконтенко и 8 камеры. Давайте дальше. Три, да. Давай. Что? Афоня отгадали защита, да, 4. Он окает, он не бегает. Да, вот, о, Афоня. Ребята, а кто режиссер? Если скажете, победили. Ну все, к сожалению, мы продолжаем тогда дальше. Возвращаемся к нашим кнопочкам, к нашим парадам, только у нас кнопочка Б. Она говорит, вот нос. Итак, поехали, отгадываем дальше. Так. Да, но только мы засчитываем здесь. Защита, все правильно. А он раньше сработал. Раньше кнопочка сработала, у вас 6 баллов, да, поехали дальше. Да,
запороли, любит смотреть сериальчики. Давайте дальше. Это слово, Серега. Вот еще один раз, контрольный. Контрольный, может, еще разочек. Жестокий роман, конечно. Конечно, отказываю. Друзья, поаплодируйте, пожалуйста. Есть! То есть не просто окали, а еще окали. Друзья, давайте дальше. Сердца трех. Нет. Ну, мушкетеры! Нет, не мушкетеры, нет. Знаете, как они, другие. Да, да, с подсказки от Гарна. Гарна на ринг вперед. Есть, друзья, от Гарна. Продолжаем еще, да? Ну, лучше.